Коста, Ибрагима Конате, которого аплодиста, и о составах. Под рев трибун, как будто это встреча за Асуны. 25-й в воротах Хуан Перес. Далее. И 4-й Унай Гарсия, 3-й Хуан Крус. Это линия обороны, потому что здесь могут быть разные варианты. Мы видим, Роберто Торрес сейчас играет в прошлом сезоне. Но этот 20-й в начале 21-го года. Повторюсь, этот нищий отдает передачу сейчас Кертис Джонс. Или, если учитывать, что тренер Юрген Клопп, Гегенпрессе недостижимая цель. Но, может быть, напоминает ему про то, кто выиграл Копа Америка. Хотя там Фабиньо был, а вот Чиш, представьте себе, он сегодня выходит на поле. И в какой-то момент, касается Аресо, Хесуса Аресо, то он воспитанник Асасу. Ну, а Аресо в прошлом сезоне, это уже был его 5-й сезон. Фабиньо сделал передачу, вот заброс какой, и это мина. В этой паре центральных защитников правый. Асасуна встречает, поднялся уже. И он за свою команду уже забил 9 мячей. Надо сказать, совершенно ожидаемо и абсолютно по делу. Я напомню, для любителей Фабиньо. Не рискует, а Асасуна сейчас высоко. Хорошая была передача, но вот немного не доборолись. И Ибрагима Конате. Пас низом, пойдет в отбор. Заброс вперед. Поборолся Барберо, дочемявил мяч у Ливерпуля. Бен Вудберн, который прошлый сезон провел в Блэкпуле на правах аренды. Товарищеских матчей. Прессинг Асасуны, Ливерпуль его, наверное. Вообще у Ливерпуля по ходу подготовки к сезону с конца его карьеры будут финал Лиги Чемпионов припоминать. Конате. 4 сезона провел в Лейпциге. Следующая его команда. Не знаю, будет ли основным. Конате. Унай Дуфур. Унай Дуфур это перспектива. Но вот Кота и... Вратарь вперед. Ну, не может Асасуна мяч себе забрать. Конате. Асасуна. Выбить вперед, команда за мяч не цепляется. Конате. И... Так, когда сваливаешься на самые примитивные ходы, иногда и навес поможет. Вперед, вот на это только могут рассчитывать. Пытался Чими сбросить. И здесь Ойер, здесь Чим. Ай, как мы видим счет. Да, помимо Анты Будим, 2 матча уже успел за Асасуну сыграть, начиная с 2019 года. Конате, который на поле выходит сегодня под 5-м номером. Вышел, сейчас был перед вами. Ну, а в Ливерпуле замена только одна. Ориги появился на поле вместо Кейда Гордона. Перевод центра. В воздухе поборолся. Это жена с Ромалью. На поле Лейтон Кларксон. Попросту не до конца здоров. Весь сезон тянул. Слева расположился Рубен Гарс. Вышедший на замену Конате. Не пуска. Конате. Хорош! Хорош, Конате! Нет, Конате правильно. Конате. Конате связано, наверное, и с тем, что ему нужно время на адаптацию, и с тем, что очень много было потерь. Конате. Окслейд остается, кстати. Статистика для крайнего защитника очень хорошая.
кого обязательно выпустит. Не успевает построиться Анте Будимир. Вот он